17 по 21 августа состоялся семинар HR-директор системы управления персоналом в организации под руководством Анастасии Кольцы. Слушатели поделились своими впечатлениями о семинаре. В семинаре, ну, во-первых, меня привлекла хорошая репутация Московской бизнес-школы. И в семинаре, конечно же, это повышение собственной квалификации, повышение, возможно, каких-то пробелов имеющихся знаний. Очень доступно преподносится информация, очень понятно, очень много было практических задач, ключей, что крайне редко встречается в тренингах, семинарах. Все очень понравилось, на самом деле. Понравился живой материал, спикер очень достаточно на наглядных примерах предоставил информацию. Ну, во-первых, это был вариант с построением удачной системы мотивации персонала, также был вариант с определением, скажем, построения кадровой структуры. Вот это вот что запомнилось. Ну, на самом деле, все зависит от того, да, чем HR занимается. Если он занимается подбором персонала, то сейчас очень важно, на самом деле, в ситуации в нашей стране подобрать высокопрофессиональный персонал и обратить внимание на компетенции, которые есть у персонала. И персонал нужно подбирать не абы как, а именно по цели компании. Если это касается системы мотивации, то, соответственно, нужно сейчас обязательно рассмотреть комплекс мер и переделать систему мотивации под реалии рынка. У нас сейчас немного определенный скрен, да, мы набираем сотрудников и удерживаем их. Соответственно, система мотивации должна быть нацелена на удержание сотрудников.